Эта пара площадок в районе центрального пляжа почти никогда не пустует, что говорит о популярности пляжного волейбола в Анапе. По другую сторону реки Анапка – площадки, на которых проходит ежегодный открытый турнир. В нем принимают участие дети, юноши и девушки, мужчины и женщины. Соревнуются ветераны, профессионалы и любители с высоким рейтингом. Заявились около 90 участников, на 20 больше, чем в прошлом году. Наш турнир приобретает популярность. Мы открыто его рекламируем в интернете. А так, в принципе, здесь те отдыхающие, которые знают про наш турнир, они как бы живут здесь в Анапе по 3 месяца. Санкт-Петербург, Москва, Димитров. В этом году у нас расширилось. Екатерина из Москвы приезжает на турнир каждый год с мужем. Он работает тренером. Мы уже много лет ездим, конечно, всю жизнь на ветеранских площадках здесь играем. Люди замечательные, песок просто прекрасный. Наталья Алексеевна молодец большая. То есть прекрасные турниры проводят, замечательно, отлично так тренируют детей. Ну, нам очень нравится. То есть вот и ребята, и компания, и песок. Вместе с тем турнир остается массовым. Больше всего участников – простые жители, увлеченные волейболом. Здесь каждый может попробовать себя, а также, если не померится силами, то вживую посмотреть на игру более опытных спортсменов.